Работник с открытой формой туберкулеза выявлен в детском центре. Да он сейчас, вот они приехали, когда врачи, они сказали, что сейчас эпидемия по автозаводу туберкулеза, не выгребешь. Как руководство этого центра допустило к работе сотрудника с таким диагнозом, об этом сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.